еще одно интересное явление, я бы сказал, мы заметили. Вроде стоят велосипеды, но есть маленькое но. PayPass, приложение можно скачать и, в принципе, без каких-либо проблем, я так понимаю, взять любой велосипед и оставить его где угодно, прямо вот так вот на улице. Правильно, нет, Антон Андреевич, да? Я понимаю? Да, все правильно. То есть так, ну я так понимаю, у мотоцикла такой функции нет.